Рассада Astilbery Oiland лучше всего растет в условиях частичной либо полной затененности. На солнце растение теряет часть своей декоративности. Высоту многолетник достигает до 80 см. Листья бронзово-зеленые, высотой 35 см. Соцветия декоративные, пирамидальной формы, длиной 25 см, светлого розово-карминного цвета. Цветет в июле 2-3 недели. Плодоносит. Рассада Astilbery Oiland обычно применяется в декоре водоемов или участков сада, где не будет расти большинство многолетников. Astilbery японская Heinland — это травянистые высотой 60-70 см. Цветет растение в месяц июнь-июль. Окраска цветка карминово-розовая. Весной листва по цвету бронзово-зеленая, летом листва бронзово-зеленая, осенью листва бронзово-зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.